думал, что лучше поборюсь, но альхамдулиллях, я доволен своим результатом. И тем более очень рад, что стал 4-кратным чемпионом Европы. И я думаю, что на этом я останавливаться не собираюсь. Есть на кого равняться, есть чему стремиться. У нас есть спортсмены, которые еще по 6, по 7 раз, которые выигрывают. И поэтому будем равняться на них. За пару дней до Кубка мира я повредил колено. Можно сказать, что сейчас 100% не был готов, и форму я потерял. Но это не оправдание, поэтому впереди еще важные старты. Это европейские игры, чемпионат мира. Поэтому туда будем готовиться более серьезно и лучше.